Анют, мы видели тебя уже на Rapsox Battle в роли участницы такого проекта. Сегодня ты впервые батлишь на слово Харьков. Расскажи, пожалуйста, какие твои ожидания, ощущения от всего мероприятия в целом? Устала с поезда, 13 часов ехала. Хочу быстро это все сделать и идти отдыхать. Конец года у тебя получился очень активным в плане батлов. Что планируешь на будущий год? Будут еще батлы или ты больше уйдешь в написание работ в плане треков? Ну, я вообще не батл МС, как бы. И очень трудно дается мне вообще батлиться с оппонентами вообще. Ну, со спасителем у меня был уже один батл, вот, попробуем еще раз. Потому что я не батл МС, я очень редко вообще выхожу в такие вот тусовки. Я больше по альбому, больше по хайпу, больше, ну, вот такое вот у меня. Какие-то будущие секреты по поводу трека можешь раскрыть? Есть какие-то наработки уже? После Нового года думаю, что выйдет один трек сначала с клипом, а потом уже будем начинать делать альбом. А не знаю, что дальше будет, потому что я собираюсь в Россию уезжать. Может быть, я вообще за эти все 6 лет рэпа, может, заброшу это или начну с под новым псевдонимом это все. Если Одесса не столица мира, то Нью-Йорк не город. Я вынесу тебя, как новогоднюю елку в сентябре. И пусть от тебя Киев дорог, а Пальмира город дорог, но сегодня тут мама топит. Рэпер же как недели, у кого-то вечные субботы, у кого-то понедельник, но ты, сука, как среда. Не туда, не сюда. Вечное ожидание, батл не твоя среда обитания. В тебе нету мужской жилки, вопреки физиологии, сука, у тебя 3 дырки, и они глубокие. 3 дырки.